Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе и необходимость внедрения миротворческой миссии ООН на всей оккупированной территории. Президент Украины призвал усилить давление на Россию для скорейшего освобождения всех украинских заложников, в том числе Олега Сенцова, Романа Сущенко и Владимира Балуха. Макрон, в свою очередь, отметил прогресс в реформах, в частности, принятие закона о высшем антикоррупционном суде.